Короче говоря, пульт времени. Вторая часть. Вы будете арестованы за то, что вы украли пульт времени. Ну не надо, но я ни в чем не виноват. Виноват. Я ни в чем не виноват, я не крал. Правда это все. Врать ты еще будешь. Еще ты не натрясусь. Ну не надо. Я ни в чем не виноват, выпустите. Будешь выпендриваться, получишь еще срок. Ладно. И что мне теперь делать? Теперь я в заточении, под решеткой, и меня охраняет какая-то собака. Блин, что мне теперь делать? Хотя стоп, охранник спит, собака тоже, так это отличный вариант, чтобы сбежать. Почему ворота открыты? У меня шум с работы. Это еще единственная работа, на которой я могу подольше поспать. Надо погнаться за этим сыном. Стоять! Кажется, он меня заметил. Надо бежать. Спрячусь здесь. Еле оторвался. Теперь только остается найти пульт времени. Короче говоря, пульт времени. Я надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите третью часть данной истории, то тогда давайте наберем 10 лайков. Ссылка на моего друга, который мне помог в создании данного видео, будет в описании. Всем пока!